Турнир был посвящен 73-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Моздока, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Крымска и Ставропольского края. Анапу представили дзюдоисты из 1-й, 4-й, 5-й и 6-й спортивных школ. Вы являетесь не только нашим спортивным резервом, но и, конечно, будущее нашей России. И хочется вам пожелать, чтобы вы вещали нашу родину только на спортивных арене. На церемонии открытия чествовали анапского спортсмена Саву Каракизиди и его тренера Сергея Галаяна. Совсем недавно Сава вернулся из Хабаровска, где завоевал золото на чемпионате России по дзюдо в весе до 60 килограмм. По себе, если судить, могу детям пожелать, чтобы они не останавливались на полпути, чтобы они не бросили то, что, чем они занимаются. Я считаю, что нужно заниматься спортом. Спорт – это высшая какая-то, я не знаю, грань, чего ты можешь достичь. Ты можешь себя проверить, ты можешь испытать себя и доказать себе, доказать людям, чего ты стоишь. Анапские спортсмены достойно представили свой город и показали достаточно высокие результаты. По итогам соревнований в копилке анапчан оказались 13 бронзовых, 8 серебряных и 10 золотых наград.